Анонс и точно выхода 68-й серии турецкого сериала «Зимородок». 68-я серия сериала выйдет в эфир 3 мая. Ранее в сериале мы увидели, как Ферит находит Сейран. Девушка находится не в лучшем состоянии. Ферит боится, что с ней могли сделать что-то непоправимое. Он привозит Сейран в больницу и просит как можно быстрее помочь ей. Пока Сейран находится на лечении, Ферит не отходит от возлюбленной ни на шаг. Халис приходит к врачу. Мужчина говорит, что случившееся – это очень деликатная тема для их семьи. И он хочет узнать, что случилось более детально. Врач рассказывает Халису о Ге то, что он успел узнать. Сейран старается держаться, чтобы не показывать окружающим то, что на самом деле происходит в ее душе. Но все же внутренний стержень Сейран был сломан. И сможет ли она восстановиться, остается вопросом. 68-я серия сериала выйдет в эфир 3 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, вы будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.